Дата выхода 3 декабря в сериале «Цвет страсти» 15 серия и 16 серия вы увидите. София пойдет на все, чтобы буквально уничтожить Дашу Гаманай. Потапенко днями и ночами трудится над делом Саши. По итогам своего расследования он узнал, что контрабандное движение у них в области возглавляется Марией Матвиенко, она учредила детский дом семейного типа. А еще она приходится вдовой бывшему начальнику управления таможенного контроля Евгению Матвиенко. Неужто она на самом деле ввязалась в эту историю?